Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы начинаем серию нового прохождения по Скайриму. Она будет называться «Дейдрические принцы». В одном из своих видео я упомянул, что было ли бы вам интересно узнать про дейдрические квесты, собственно, про дейдрических принцев и про их артефакты. На данный момент я немножко обдумал эту идею, собственно, их есть много и квесты у них довольно-таки разнообразные. Ну, давайте попробуем сегодня с того, что есть. И, наверное, самым простым это будет отправиться в Маркарт. За дейдрическим артефактом Молагабала. Собственно, Молагбал. Да. Дейдрический принц гнева. И отец чудовищ. Об этом доме? Может, кто-то входил или выходил? Когда вы в первый раз входите в Маркарт, у вас будет стоять вот такой вот маг, дозорный Турен, возле одного из домов по главной улице Маркарта. Собственно, он и дает квест. Почему ты спрашиваешь? Я страж Стендарра. Мы думаем, в этом доме собираются дейдропоклонники, проводят ритуалы и прочее. Тебе нужна моя помощь? Я как раз собирался идти внутрь. Хорошо бы, чтобы кто-то прикрывал мне спину. Иди за мной и будь начеку. Дейдра — могущественные и коварные создания. А вдруг я сам поклонник? С ними никогда не знаешь, чего ждать. Беспечный ты, дозорный. Ладно, пойдем. Свежая пища. Нет пыли на мебели. Тут кто-то был. Недавно. Но те, кого я спрашивал, говорят, что никто не входит и не выходит. Определенно. Стой. Ты слышишь? По-моему, звук был оттуда. Вот оно что. В доме кто-то есть. Значит, мы приближаемся к истине. Выходи! Мы знаем, что ты здесь. Есть другая дверь. Проверь, не удастся ли ее открыть. Стендар, милостивый, это не обычный Дейдра. Нам понадобится помощь. Слаб. Он слаб. Ты силен. Сокруши его. Давай, пошли. Даже если мы на него не нападем, он нападет на нас. Поэтому, ну... Я не буду тебя бить. Уходим отсюда. Живо! Против твоей головы, Дейдра! Ты убьешь. Убьешь или умрешь. Я не хочу умирать. Я не хочу умереть здесь. Я не поймал вас. Либо ты, либо я. Что это было? Твоя награда ждет тебя, смертный. Дальше вниз. Собственно, вот такая вот подоплека. Отвратительнейший, на самом деле, принц. Повелитель ужаса. Да. Отец чудовищ. Дальше. В недра. Как близко твоя награда ждет. Вот и, собственно, моя награда. Ладно. Божество. Думаешь, Молагбал, лорд порабощения, так легко наградит тебя? Что ты видишь из своей клетки? Говори. Ну, можно ответить вообще все, что угодно. Ну, я видел алтарь. Да, это алтарь. Люди будут приходить и приносить мне в жертву презренных. Сильные накажут слабых.
Но даже у лордов Даэдра есть враги. Жрец моей соперницы Боэти осквернил мой алтарь. Теперь ты здесь, и ты положишь этому конец. Ты хочешь отомстить Боэти? Месть? Нет. Я хочу подчинения. Хочу, чтобы жрец, который сделал это, встал на колени и отдал мне свою душу. Неплохой план. Он приходил проводить на моем алтаре грязные ритуалы Боэти. Потом пропал. Но его поймали и пленили. Бросили гнить в темнице. Спаси его. Дай ему провести ритуал еще раз. И когда он придет, мы будем его ждать. Ну что ж. Мы отправляемся за жрецом Боэти. Это не особо большой квест. Собственно, поэтому я его и выбрал на первую серию. А идти нам нужно в окрестности карт Вастена. Ну что ж, давайте пройдем этот путь. Эта часть Скайрима полнится изгоями и драконами, поэтому тут стоит быть осторожным. Знакомое место. Путь к храму ветров, я не помню каких. Да, вот это вот на вершине этой горы храм клинков. Ну ничего. Сюжетка еще до конца не пройдена, поэтому мы сюда еще отправимся. Как же эта пещера-то называется? Оплот Красного Орла. Красный Орел. Его, как вы поняли, взяли в плен изгои. С изгоями вообще шутки плохи, они дураки. Это все, что умеешь? Сюда. Куда это я вылетел так? Точно. Помню это место. Есть?
стоит ускориться. Потому что на вершине там, по-моему, вересковое сердце. За спешка. Нио. Сука. Еще и попал. Ну, надо с ними разобраться. Я ж слышал дракона. А вот и вересковое сердце. Ярость Красного Орла. Еще один неплохой квест. Но, к сожалению, мы здесь не за ним. Жизнь, жрец. Эй, ты! Тебе велели меня убить. Заколоть могучего Логрольфа, пока он связан, как баран. Могучего? Я вообще-то здесь, чтобы спасти тебя. Спасти? Никто не знает, что меня схватили. Кто тебя подослал? Баэтия. Темная госпожа. Прислала тебя. Погоди. Алтарь Молагабала. Ну, конечно. Мне срочно надо в Маркарт. Освободи меня. Да, да, конечно. О, свобода. Наконец-то. Теперь прочь с дороги. У меня дело. Знаю я твое дело, чувак. Прошу. Поспеши. Ах, я коварная жопа. Мы возвращаемся в этот заброшенный дом, ведомые нашим квестом. Он уже знает, куда идти и что ему нужно делать. Его можно убедить, ему можно угрожать, и его можно все равно уговорить. То есть, просто методом диалога, а не методом убеждения. Так что, ну, все в порядке. Молагбал, думаешь, ты можешь одолеть того, кто верен Боэти? Я уже побеждал в этом бою. О, но на этот раз я не один, Локральф. Что? Ты? Ну да. Смертный, я даю тебе свою булаву, напитанную проржавевшей сломой. Сокруши дух в костях Логральфа, заставь его склониться передо мной. Так, давайте уберем даэтрический кинжал. Собственно, нам дает ржавую булаву. Пока что на ней никаких эффектов нету, но выглядит она довольно-таки интересно. Не покорюсь. Я никогда не покорюсь. Ну конечно. Я никогда не покорюсь. Смертные, какие у вас хрупкие, дряблые, жалкие тела. Попробуй еще раз. Но я не сдамся. Хватит. Хватит. Я сдаюсь, Молагбал. Я сдаюсь. Ты склоняешься передо мной? Да.
Ты вверяешь мне свою душу? Да. Ты отринешь жалкую и слабую Боэтию? Да. Теперь ты мой, Логральф. Убей его. Но! Нет. Не надо. Нет. Улова Мологабала. Я дарую тебе ее истинную силу. Когда твои враги падут перед тобой сломленные и окровавленные, я увижу это. Спасибо, лорд Мологбал. Теперь мне пора в Обливион. Нужно забрать кое-чью душу. Следи за домом, пока я не вернусь. Дом ужасов выполнено. Награда. Дейдрический артефакт. Булава Мологабала. Отнимает 25 единиц запаса сил. 25 единиц магии, если противник умирает в течение 3 секунд, заполняет камень душ. Уникальная булава, уникальное зачарование, выглядит довольно-таки красиво, и при прокачанности это лучшая, ну, по крайней мере, одна из лучших булав в игре. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр, с вами был Марс. Квест под названием «Дом ужасов. Дейдрический принц Мологбал». Увидимся в следующих сериях прохождения дейдрических принцев, поиска дейдрических артефактов и дейдрических квестов.